Всем привет, с вами Артем, вы смотрите AppLookTube. В этом видео я расскажу вам о Jailbreak Tweak'е под названием Custom Brightness. Это расширение предназначено для более точной настройки датчика освещенности и регулировки яркости вашего экрана в iOS 7. После установки Tweak'а на рабочем столе вашего iDevice'а появится одноименное приложение. В нем и осуществляется настройка расширения. В верхней части экрана вы увидите строку с текущим состоянием датчика освещенности. Если вы перейдете в темное место или просто прикроете рукой верхнюю часть устройства, где расположен сам датчик, то он опустится к нулю, а если выйдете на свет, то поднимется до максимума. Далее ползунком, который расположен ниже, вам необходимо выставить яркость экрана, которая комфортна для такого освещения. То есть для работы Tweak'а вам как минимум необходимо установить 3-4 точки для светлой позиции, для темной и пару средних вариантов. Фиксировать сохранение каждой настройки необходимо кнопкой Save. Далее, нажав кнопку Edit, вы можете просмотреть все сохраненные параметры. Там же можно удалить ненужные или ошибочные опции. После этого необходимо нажать кнопку Apply для применения изменений. Чем больше настроек вы внесете в Tweak, тем четче будет регулироваться яркость устройства от изменения окружающей освещенности. Однако не стоит усердствовать и задавать сильно много точек. Для комфортной работы в большинстве случаев хватит от 3 до 5 точек. Обратите внимание, что стандартные параметры авторегулировки яркости при этом необходимо отключить. Теперь подсветка вашего экрана будет регулироваться только расширением Custom Brightness. Когда данные будут переходить порог в установленных параметрах Tweak'а, яркость будет автоматически меняться в соответствии с заданными вами настройками. Tweak имеет два параметра. Первый отвечает за порог срабатывания расширения при изменении освещения, а второй – за время, за которое будет происходить смена освещенности от одного уровня к другому. Скачать Jailbreak Tweak Custom Brightness можно в стандартном репозитории CD Big Boss бесплатно. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для AppLookTube. Пока!